горы снега. Причем намело буквально за одну ночь. И холодно. Сегодня ночью минус 15. Да? Чичундрик пришел. Нос поморозить, подышать свежим воздухом. Массаж. Черное на белом. Ой. Пошли там. Хотела как раз сказать про кошачьи. Как они называются? Проводки. Тот, который я поменяла, все удобно, они не рассыпают, но видите, здесь по краям дырок нету. Вот здесь вот, да? То есть стенки цельные. Соответственно, там задерживаются продукты жизнедеятельности, поэтому часто мыть приходится. А вот на этих лоточках, он старенький уже, извините, здесь, видите, дырочки. Сегодня минус 20. Иду из магазина. Сейчас покажу там. Приду, покажу, что купила. Машина не завелась. Народу кругом никого. Поэтому иду домой. Да-да, не кормят. Не кормят кошку. Вообще не кормят. Да? Вообще. Ждала, да, пока я с пакетом приду. Ой, ой, ой. Да сейчас дам. Сейчас. Полные миски. Так называется подконтрольное питание. Подруга ест. Абшир он контролирует. Потому что как только она отойдет от миски, он туда полезет. Ну и малой, конечно, пришел. Все семейство в сборе. Да, все семейство. Так, покажу, что купила. У меня чек на 321 рубль. Купила морковку. Морковка вышла на 6 рублей 20 копеек. Геркулес 13,56. Подорожал. Творог вот такой купила. Обезжиренный 105 он, по-моему. 108. Печенье сам полет. Оно нам обошлось 59,95. Так, жирности купила такой вискас. И купила сельдерей. Сельдерей 59,90 по скидке. Вот такой сегодня набор. На самом деле я ходила за детскими пеленками, и пеленки я забыла купить. Да? Проверяющий главный. Контролер. Контролер хотела показать. У меня этот рождественник весь опал, но я его подстригла. Смотрите. Вот стали маленькие. Видите, побеги. Маленькие листочки уходить. Не знаю, живет или нет. Будем надеяться, что приживется. Кстати, как самый вкусный и полезный салат приготовить? Из всех овощей, которые у вас есть, смешивайте. Добавляйте специи и все. Вот что у меня сегодня есть. Сельдерей. А лук красный я уже залила кипятком, чтобы горечь ушла. Половинка помидора, половинка авокадо
и две куриные грудки, пожаренные на два кусочка куриной грудки, пожаренные на гриле, в специях там корица, красный перец, соль и куркума. Так, сейчас я все это смешаю, и будет вкусно. Так, сверху у меня посыпала семечками, специи, куркума, красный перец. Все это перемешиваем. Никакой заправки я не добавляю. У меня вместо заправки мелко порезанная половинка помидора, потому что он дает сок. Не знаю, как-то мне, по крайней мере, никакая заправка больше не нужна, потому что тут и специи, тут и авокадо. То есть, в принципе, такой получается достаточно несухой салатик. Так, порезанная куриная грудка. Так, вот ее добавляем. И все, приятного аппетита!